И в завершении выпуска наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз она посвящена вопросу выбора домашнего питомца. Анна Троян продолжит. Кто лучше, кошки или собаки? Ответ на этот вопрос наконец разгадали американские эксперты. Они исследовали, как влияют животные на организм человека. В итоге оказалось, в качестве домашнего питомца полезнее всего заводить псов. А что по этому поводу думают либерчане, узнаем прямо сейчас. Кошки более ласковые, вот, более нежные, вот, и они менее шумные. Не нужно выгуливать. Меньше убирать. Паразиты тоже меньше выводить. Потому что люблю котов, у нас два. А за что вы их любите? Дарит хорошее настроение. Собаки, исключительно собаки. Потому что у кошек несколько другое восприятие, мировосприятие. Какое оно? В голове, вот, шуру-буру. Ну, мы кошек любим. А за что? То, что они мягкие, пушистые. Вот. Ну, вообще домашние такие, не знаю. Ну, с собачками надо гулять. На собачке тоже, конечно, милые, но с ними надо гулять, время нужно. У нас кот, он не пахнет. А какой у вас кот? Британец короткошерстный. А за что вы его любите? Он как шоколадка. Ну, они очень интеллигентные, нигде не ходят в туалет помимо своего лотка. Собаку. Почему? Ну, лучший друг человека и, ну, привязывается. Как-то лучше. А у тебя есть собака? У меня нет кошки. А хотел бы собаку? Да, хотел. Какую? Хаски, наверное. Или хатика. Лучше кошка. А меньше места занимает. Хорошо влияет положительно на организм, я считаю. Вообще животное кошка. А у вас есть кошечка? Собираюсь завести. Какую? Хочу британскую. Никого не хочу. Это же такой возраст. Кошку. Она создает уют в доме, и мне кажется, что без кошки в доме это как-то неуютно. Без кота и жизнь плоха, да. А у вас есть кошка? Да. Какая? Счастье. Трехцветная кошка. Да, у меня кот, хотите покажу? Да, он крутой, короче, супер, вообще кот весельчак, вообще все отлично у него. Живет, наслаждается жизнью, вот, бегает по улице, кайфует. Мне больше коты нравятся. А собачки? Собак не люблю. Кошка тоже, Муся, серая кошка. Мы вообще нашли ее на улице, но она такая хорошая просто вообще. Мы счастливы, что нашли ее. И неважно, какая кошка породистая, нет. Это самое главное, как бы, что мы ее оберегаем, мы несем за нее ответственность. Безусловно, собака – лучший друг человека. Однако у самодостаточных котов есть свои преимущества. Они гораздо сильнее снижают стресс и положительно влияют на давление своих хозяев. Вероятно, именно поэтому либерчане чаще всего заводят именно котиков. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, специально для рубрики «Свободный микрофон». Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.